Я не видел ни одного человека, который бы смог контролируемо остановить мысль. И людей замыкает на этом, и вот они всю жизнь борются, пытаются достичь безмыслия. Если мы остановили мысли полностью, то мы впадаем в состояние или глубокой духовной практики, или в состояние глубокого сна. И все. Все остальное — это или картинки, или какой-то шепот, или какая-то болтовня. Да, можно в значительной степени уменьшить их. Ну, это нужно сосредоточиться, приложить усилия, но все равно остается контроль, допустим, в той же медитативной практике, от первичного сознания. А если кто-то говорит: все, я мысли убираю, у меня мыслей нет, я вот сижу в практике, кто ему это рассказывает?